Жена рэпера Джигана, Оксана Самойлова, объявила о разводе с мужем. Она рассказала в Инстаграм, что 10 лет семейной жизни оказались обманом со стороны супруга. «Я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в слухи и сплетни, клялся, что любит только меня и что никогда не изменял. Столько всего говорил, и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная». По ее словам, она решилась на развод из-за измен мужа и из-за его нынешнего психического состояния. Напомню, что скандал в семье Джигана и Оксаны произошел спустя месяц после рождения их долгожданного сына Давида. Семья находилась в США, когда артист начал выкладывать в социальных сетях странные видео. На одном из них он попросил свою дочь Лею принести ему пиво, а на другом обматерил своих поклонников, назвав их петушками. Затем он сбрил волосы и брови и отправился на реабилитацию в наркологическую клинику. После этого он несколько раз извинялся перед Самойловой, но, как мы видим, это ни к чему хорошему все равно не привело. Плюс к этому всему в сети начали распространяться грязные видео, на которых мужчина, очень похожий на Джигана, зажигал в барах и в разных клубах с девушками. После того, как пара вернулась в Россию, как мы можем увидеть, отношения в семье абсолютно не заладились. Плюс ко всему они выставили на продажу свой дом, свое самое милое, уютное гнездышко. А сегодня Оксана опубликовала пост, в котором сказала, что подает на развод. Вот и все. К сожалению, вся эта красивая картинка вмиг разрушилась. Это очень печально. Ребята, берегите себя и свою семью. Цените своих близких. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всего самого нового. Я желаю вам всем удачи и здоровья. Всем пока-пока. До новых встреч в следующих видео.